Заседание первой в этом году трехсторонней контактной группы по Украине прошло в Минске. Стороны оценили ситуацию в зоне конфликта во время новогодних праздников и определили календарь будущих встреч. Рабочая группа по безопасности отметила значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время прошедших праздников. Обеспечение безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будут приоритетами ТКГ и ее рабочих групп. Позитивно оценили опыт обмена пленными, который прошел в конце декабря, и наметили дальнейшие шаги в этом направлении. Обсудили и принятый сегодня в Украине закон о реинтеграции Донбасса, который Донецкую и Луганскую народные республики определяет как оккупированные территории. В ОБСЕ выразили надежду, что 2018 год станет решающим для воплощения Минских соглашений. Следующая встреча пройдет 31 января.